Ребят, вон GX едет. А мелкий пацан за рулем. Вот этот. 06 0ААП. А вот смотрите. Смотрите. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Сколько ему лет? Ты что? Сколько ему лет? Ты что делаешь? Сколько ему лет? Мне много лет. Тебе сколько лет? Ты посмотри, а? Сколько ребенку лет? Ты что делаешь? А ну-ка быстро высаживай. Давай быстро высаживай, я тебе говорю. Быстро высаживай. Жаш баланы рулға отырғызған жаранға айып салынды. Соцтармақтарда жаш баласын она башқартып бара жатқан айдоочу туралу маалымат тараған. Милицияның қайғыл қызматынан хабарлашқандай, ал кеше өзін соцтармақтардан көріп, қайғыл қызматына байланышқа шыққан. Қайғыл қызматкерлері аға қарата тиешті протокол толтырып, мызамды сыйлоону ескертіп, 5500 сом өлчөмінде айып салды. Ошону эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Булак Марал ФМ. За мной иди, за мной иди, снимай. Я Максим Викторович. Все, ответил на вопрос? Все. Все. Что он делает за рулем? Что он делает за рулем? Сколько ему лет? Сколько ему лет? Зачем вы так делаете? Зачем вы рискуете его жизнью своей и других участников дорожного движения? Зачем вы это делаете? Он снимает меня. Я еще раз представился. Что нужно сейчас сделать? Я еще раз говорю, зачем вы так делаете? Зачем вы ребенка ставите за руль? Вам сколько лет? Вы что делаете? А потому что как я просто в гневе, я увидел это, я в шоке. Спасибо. Просто того, что я увидел. Спасибо. Сегодня вот, вот другой человек. Вот именно сегодня айт. А вы хотите сейчас... Тут 10 метров. Другой жизнью рискнуть. 10 метров. А видели, сколько что, чужой жизнью? Тут 10 метров. Тем более, можно самому за руль. Вы не пьяны, вы на том состоянии, сели бы сами за руль. Уберу. И он меня снимает, все на самом. А вот такой елк, может, так мне снять. Вот я увидел. Снимай тогда сзади его. Он меня снимает, и вас снимает, чтобы все, я все вас видели в интернете, потом вам знакомые, родственники позвонят и скажут, как вы, передо мной не надо извиняться. Вы извиняйтесь перед гражданами Кыргызской Республики, можете прямо сейчас извиниться. Хотите извинить? Извините, граждане Кыргызского народа, извините, тут 10 метров, ну, 50 метров. Не делайте так, пожалуйста. Извините, блядь, не буду, блядь. Все, до свидания. Бирок мен текшерип көрдүм, мен өзүм мыйзам алдында таза жүрөк кишимин, так жүрөк кишимин. Мыйзамды бузууга мен эч кандай шартым да жок, мүмкүнчүлүгүм да жок, бузугум да келбейт да. Ошон үчүн эми кечирип кое кылам, андан келсе мына силерде текшерип көрдүңөр, менде бирден нарушение жок. Өзүм нарушениеси жок жүрөк кишимин. Өзүм күнөмдү сезип мына келдим силерге. Кечирип коюңуз, рахмат.